Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Значит, сегодняшнее видео по буксу мой ADS App. Вчера я делала видеообзор, как пополнять и как выводить денежные средства. Сразу, друзья, хочу извиниться. Я немножечко вас ввела в заблуждение. Значит, минимальный депозит я пополняла ровно на 1 доллар, а нужно пополнять на 1 доллар 5 центов. Так как мне вчера они берут комиссию 5 центов букс. Так. И 1 доллар Payeer берет комиссию. Ой, 1 доллар 1 цент. Значит, мне пришло вчера 95 центов. Ну, я еще закинула 1 доллар 10 центов. Итого стало у меня 2 доллара. Вот на Пуршазе баланс. Мне не было у меня вчера возможности вечером записать видео о том, что денежка поступила вот на Пуршазе валет. Мне вот поступила денежка, да? И она поступила где-то около 6 часов вечера по московскому времени. И вывод в это же время мне поступил. Проект платит, конечно же, бесспорно. Все супер. Переходим на кошелек. Дата операции 21 июля. Время вот 18:58, ну, где-то около 7. Значит, тип операции, перевод выполнен. Payeer у нас берет комиссию, как всегда. Сумма получения 19.98. Комментарий. Мой ADS App. И Windraf for Елена. Мой логин в проекте. Замечательно. Значит, вот у меня 2 доллара. Так, рекламку я уже всю просмотрела. Я обычно все с утра просматриваю. И у меня бонус баб монет 32 тысячи. Так. И я покажу сейчас, как ставить рекламку. Значит, Bio Ad Pack нажимаю. Сейчас загрузится, если меня не выбило из кабинета. Угу, выбило из кабинета. Опять логин нажимаем. Давай быстрее грузись. Угу, био. Вот, био от пак. Так, я буду рекламировать два проекта. Boost Pie первый. Я подготовила ссылочки. Копирую. Перехожу и сюда вставляю ссылочку. И вот у меня здесь 1 доллар, да, стоит. Нажимаю Bio Now. Перезагружается страничка. Далее нажимаю Continuum. Так, далее View for Ad Pack. И здесь вот, посмотрите, сколько много у меня здесь рекламы забита. И вот моя рекламка Boost Pie. И еще одну рекламку я сейчас закину. Вот этот PieWords тоже супер проект. Это первый проект ПТС Шара. И вот у меня еще остался доллар Bio Now. Для новичков хочу сказать, что без вложений в этом проекте не заработаешь. Нам не дадут здесь заработать без вложений. Надо хотя бы минимум купить один пакет. Опускаемся опять ниже. И вот мой PieWords. Здесь, друзья, есть такая фишка, что можно заменять как бы рекламку. Ну, мало ли, это мы все понимаем, да, что это интернет,
И всякое может бывать, что может проект как бы и не платить, да, как бы, а рекламка работает. Вот. И что, какая фишка? Сейчас я вам покажу. Ой, так. Ну, давайте вот на этом я покажу. Берем, как бы копирую. Я удаляю. Вставляю сюда другую рекламу, например. Так. И дальше. Вот я иду так и нажимаю вот сюда. Можно менять рекламу. Сейчас страничка обновится. И моя рекламка в работе. Все, я как бы заменила ссылочку, да? И она уже как бы в работе. Вот таким вот образом можно заменять как бы ссылочки. Нажимаю Home на домашнюю страничку. Что-то у меня все тянет. Все, у меня Пурша завалит по нулям. Так. Далее что? У меня 38 205 баб монет стало. Было 32. Все замечательно. Все супер. Ну, теперь буду стремиться к четвертой группе. Вот. Как бы. Ну, это, как бы говорится, дело житейское. Это все потом. Ну что, друзья, на этом, в принципе, все. Проект работает, платит супер. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.